стране временно расширен перечень безрецептурных лекарств. Речь о препаратах для лечения сердечно-сосудистых и заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета, болезни носа и глаз, глаукомы. Мера временная. После улучшения эпидситуации рецепт при покупке медпрепаратов понадобится снова. В Беларуси повышается размер прожиточного минимума. С этого дня он составит без малого 263 рубля. При этом изменятся также различные надбавки и повышения, размеры пенсии и пособий семьям, которые воспитывают детей. Установленный новый бюджет будет действовать до 30 апреля. ГАИ усиленно проверяет водителей маршрутных такси. В январе количество выявленных нарушений у перевозчиков увеличилось в несколько раз. Только в прошлом году от пассажиров поступило более 300 жалоб. Каждого второго штрафуют. Экипажи ГАИ дежурят на участках, где больше всего нарушений и аварий. Белавия меняет условия переоформления билетов в некоторые города. Это касается рейсов из Минска и обратно в Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Ростов-на-Дону, Калининград, Казань, Ашхабад и Ригу. По другим маршрутам, которые не вошли в этот список, срок обращения за внесением изменений тот же – до 31 марта текущего года. Подробности на сайте компании. Сигареты станут дороже. С этого дня цены на некоторые марки вырастут в среднем на 5-10 копеек. Белорусские производители и импортеры, напомним, имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.